В центре Саратова торговый комплекс «Манеж» может повторить судьбу казанского торгового центра «Адмирал». Ведь оба здания перестраивались с многочисленными нарушениями. Без разрешительных документов и согласований, что впоследствии привело к трагедии в Казани. Ну а в Саратове от такого соседства уже страдают памятники архитектуры. Купеческие дома покрылись трещинами, здания разрушаются. Причина в нарушении технологии строительства. В ситуации разбиралась Екатерина Ковальчук. Опасны для памятников архитектуры и не только. Говорит о двух незаконных постройках на проспекте Кирова министр культуры области. Многоуровневую парковку и новый корпус торгового центра «Манеж» возвели вплотную к купеческим домам в 2010 году. За этот период памятники архитектуры пришли в плачевное состояние, и дальнейшая их судьба незавидна. Тяжба по проспекту Кирова 25-27 идет уже с 2007 года, когда только еще была определена проектно-сметная документация по возведению этой стоянки. Конечно, все было нарушено до нельзя, как говорится. Сначала она была трехэтажная, потом возведена семиэтажная. И во время ремонта, капитального ремонта и манежа, когда большое количество было снесено конструкций внутренних помещений, и строительство этой стоянки, безусловно, наносит ущерб памятникам. Мы ищем друг у друга правду, мы пытаемся эти памятники оставить в покое, эти памятники сохранить, потому что это один из наших, да, центральных таких исторических центров города Саратова. Спасти памятники архитектуры готовы и саратовцы. В адрес генерального прокурора страны направлена петиция, размещенная на сайте Change.org. Горожане обеспокоены еще и тем, что данных зданий нет ни в одном реестре. А потому, если сложное архитектурное строение, не дай бог, рухнет, отвечать за беспредел никто не будет. Мы должны показать, что мы не безразличны к этому произволу, к надругательству над историческими ценностями, к личной безопасности и безопасности близких. В этой же петиции саратовцы обращают внимание на тот факт, что еще в 2011 году суд признал эти объекты нелегальными и подлежащими сносу. Однако и корпус торгового центра, и многоуровневая парковка так и не были демонтированы. Владелец построек – предприниматель Виктор Бахоцкий. В интервью одному из информационных изданий Саратова бизнесмен признается, строения действительно документально неузаконены. Первые суды шли безумно быстро, и нам законность доказать не удалось. Но, несмотря на вынесенное решение, исполнить решение суда невозможно. Кроме того, Бахоцкий признается, у него есть разрешение лишь на строительство нескольких этажей парковки. Что касается самой парковки, то изначально разрешение у нас было, но после очередной поездки в Италию в 2009, где на каждом шагу подобные многоуровневые паркинги, я загорелся увеличить этажность парковки манежа до 5 этажей вне рамок разрешения. Тем временем петиция уже собрала более 400 голосов. Направлена она на имя генерального прокурора страны Юрия Чайки. Авторы документа говорят, чтобы на ситуацию отреагировали в надзорном ведомстве, нельзя оставаться равнодушными. Екатерина Ковальчук, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.